хочу снять видео про то, как в детстве пили водичку, вот такую газировку. Но тут разное, в стекле главное. Она преимущественно вот в таких вот была бутылках, это не реклама, я специально взял стекло. В чем смысл? Вот такая вода в Советском Союзе стоила 40 копеек, 0,5 бутылка. 0,5 бутылка, а соответственно 20 копеек вода и 20 копеек сама бутылка. Поэтому вот здесь у нас в магазине продавали. Мы сразу покупали две бутылки, это получается 80 копеек. И когда выпивали раз-два, то сдавали две бутылки, и получалось 40 копеек как раз. Две бутылки по 20 копеек, и получалось 40 копеек еще на одну третью бутылку. Поэтому я сейчас, опили мы в детстве, вот, чуть ли не две бутылки залпом. Я попробую подвиг детства. Сейчас выпить две бутылки, и третья будет в награду. Так. Конечно, Байкал очень плотный. Тут еще жажду надо иметь специальную. Так, сейчас я прям, чтобы газы из носа не пошли, из ушей. Ниоткуда. Буду пробовать. Ваше здоровье. Может быть, отрыжка, прошу прощения, потому что газированная сильная. Это первый Байкал. Вторая Буратино. Прошу прощения, отрыжка от газов идет. Трактор заглушен. Вот звуки все. Ну и третий сейчас награду будет. Вот, и третья в награду. Ну, поняли, да, смысл? В советское время две бутылки покупаешь 80 копеек, сдаешь каждую по 20 копеек, получается 40. Вот сдавали мы там рядом, как раз приемка, там алкаши крутились. И потом третью можно было купить, так что третью я выиграл. Третью я неспешно попью, а если 5 таких бутылок сдать, то... Можно было за рубль был уже, получается, купить Дональд. Так что рубрика попадет, жвачку Дональд попадет в рубрику Bubble Gum. Вот. А также можно было 5 бутылок сдать стеклянных и получить тот же рубль и пойти в видеосалон. Тогда фильмы вот были первые зарубежные, в видеосалонах, наверное, все знают. А так, конечно, много кто детей мои видео смотрит. Хочу сказать, полезнее всего не вот такую вот водичку, не газированную пить, а как вот там у нас находится русский теннисный клуб. Я раньше там работал, на русском теннисном клубе. И любая тренерша по большому теннису вам скажет, что полезнее всего обычную воду, не газированную, пить. Они удивлялись, как я так могу пить всякие газировки. Ну, вообще, как бы в моем понимании, обычную воду неинтересно пить.
И я водичку все время газированную пил. Ну, обычную, но газированную. Но это имейте в виду, это все не так полезно, это вредно. Так что вот такие дела. Сейчас, вот видите, раньше можно было утилизировать бутылки, а сейчас, к сожалению, надо выкинуть. Ну, найти тоже, куда выкинуть, туда, чтобы стеклотару. Беру с собой эту бутылку сейчас и беру эти бутылочки стеклянные. И покажу как раз, где стеклотару сдавали. Сейчас. Вот там, где ступень, тут уже все облагородили, сдавали тару. Ну а сейчас я в помойку вот выкидываю, к сожалению. А тут вот магазин, собственно говоря, тут был универмаг, где универсам, пардон, где можно было купить, собственно, лимонад, но потом мы в школе вот учились, вот той, в лесной. Сейчас вот там, даже не видно, видите, так и называется, в лесу, там соловьи у нас поют, даже тут низменные места. И, соответственно, вот из этой школы бегали, покупали сок. Так что еще полезнее пить сок. Но сок с едой несовместим, поэтому его отдельно надо пить. Ну а там, вот за моей спиной, русский теннисный клуб. Вот как раз я там работал, поэтому, да, любая тренерша по большому теннису вам скажет, что полезнее всего обычную воду, негазированную, пить. Всем пока, всем счастливо. Вот такие тут трактора ездят, что-то делают. Дичь.